Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня опять десяточка, очередная порция плюх. Поехали, будем смотреть, что у нас есть. И попробуем сегодня открыть сундучки за 7 дней. И оттуда, возможно, нам что-то упадет интересное с недостающих героев. Такс. Как это мы вчера пропустили? Жесть. Так, вот так вот. Так, что у нас есть по героям вообще на аккаунте? Я пооткрывал некоторых еще героев и также открыл Афинку. Там написали в комментах, я завтыкал ее открыть. Ну, конечно, для нее и Сталини это не то. Так, окей, поехали. Let's go. Первый сундучок. То есть это сундуки, которые дают всем за первую неделю. То есть за каждый день, соответственно, дают вам один сундучок. Отсюда можно получить и самики. Так, бог грома. У нас, по-моему, его. Или есть он уже? Так, фараон. Окей. То есть это бесплатные герои, которых дают, по сути, всем. Атлант. Мы Атланта, по-моему, покупали. Кагашки потратили. Тут карту дадут? Да, дали нам карту. Обычная карта, отсюда можно словить тыковку, которой нам не хватает. Так, давайте посмотрим, что у нас вообще... Так, скришены. Так, бог грома недостающий у нас и фараон. В общем, два недостающих плюс два еще героя. Конечно, они не особо топовые, но мы в любом случае будем их открывать. И качать. Окей, есть. Теперь, ребятушки, появляется у нас очередной донатный дракончик и еще некоторые герои. Вот так вот, первый заходик, Некрос. Некрос, ребятушки, и еще куча плюшек и карт. Сейчас мы это все тоже пооткрываем. В общем, десяточка качается по чуть-чуть. У нас, как обычно, у нас места не хватает на все. Это еще не все. То есть мы получили там героев. Еще плюс Фрэнки недостающий. Еще плюс два героя. Еще один дракончик. Как видите, десяточка быстро качается. Плюс скины. Такс. Фрэнки. Дофигище, дофигище у нас уже героев. Так, ну что, поехали опять открывать плюхи. Отсюда дофига расходников, которые нам надо будет в дальнейшей прокачке, поэтому мы это все однозначно открываем. И сейчас пооткрываем карты, ребят. Посмотрим, что у нас с карт выпадет. Ну вот видите, как видите, это самый прибыльный ресурс на сегодня. Это сундуки гильдии. Посмотрите, сколько ресов падает. Раньше мы о них только мечтали. Супер. Интересно посмотреть,
Что у нас кулаки? 60к кулаков получили. Так, давайте скины прокачаем. Землеройка. Героя нет, зато скин максимальный. Так, Афинка, отлично. Как раз нам под нее талантики надо будет выставить. Так, на Некроса. Потолок. Ну и вроде как бы все. Ничего себе, смотрите, какой пак нам предлагают. Так, окей. Что у нас получилось еще в итоге по расходникам? 1070. Супер. 82 коробки. Вот это мне уже нравится. Аккаунт хоть на что-то похож начинает быть. Так, окей. Поехали. Нам нужна тыква. Вуаля, ребятушки, нам нужна тыковка, и вот она к нам пришла. То есть у нас уже есть самый имбовый герой, без которого очень сложно проходить многие локации, фармить топовые локации, то есть архидемоны и прочее, без этого героя никак. Отлично, и для нее у нас уже стоит талантик. Супер, вот это прет, даже выбивать не надо. Так, окей. Девять, девять. Жирная тыква. А скина у нас-то нету на нее. Ну, тыковка хороша. Витал Бун. Так, окей. Ну, у нас есть еще дофигища карт и дофигища нам героев надо выбить. Давайте сделаем. Так, что у нас по картам? Ну, в принципе, вторые, третьи. Так, давайте так, начнем с этих. Ну, я думаю, тут по-любому сейчас недостающие нам упадут. Так, снеговик. Снеговика у нас нет, если я не ошибаюсь. Еще один снеговик. И еще один снеговик. Ну, спасибо, IGG. Спасибо за снеговика. Давайте заюзаем его. Наконец-то у нас на аккаунте еще плюс один герой. Это снеговик. Смешно, конечно. Так, окей, поехали дальше. Что у нас отсюда? Такс. Отсюда, по-моему, у нас все есть. Рино. Рину нету, малышник у нас уже есть. Так, ну поехали. Так, Тесса есть. Ведьмочка, по-моему, тоже есть. О, Рино, отлично. Ну, все, все, можно уже сказать, что аккаунт уже наполовинку. Анубис, нифига себе, еще одна ведьма. Стрелок, посмотрите, как сыпется этих карт. Еще один стрелок, обалдеть. Еще ведьма. Еще ведьма, четвертая уже. Тесса, ну, в общем, на этот ковяшки хотя бы тратить не будем. Все есть. Еще один Рино. Блин, стрелков тоже нехило так падает. Хрон. Так, окей, давайте так сюда. Мне просто удобнее смотреть, кто у нас есть, кого у нас нету. Призрачного, кстати, мы так и не получили еще. Рино есть. Отлично.
общем, Рино и ведьма. Отлично. Еще плюс 2. Ну, Рино такое, вот ведьма для архидемона. То, что надо. Ну, и Рино, в принципе, тоже нужен. Так, окей. Плюс 1. Блин, сколько у нас сегодня героев получилось обалденных вытащить. Нужных самое важное. Так, отлично. Поехали дальше. У нас есть герои за нами. Сейчас мы поднимаем, чтобы у нас уже, знаете, оно потом не открывать, не путаться. Давайте так. Бочка есть. Этого нет. Ее нет. Триады нет. Алхимик открыли. Стрелка нет. Так, это нету. Ассасина. Этого. Одноглазый есть. Шамана нет. Панда есть. Это нету. Все. Поехали, ребятушки. Добиваем гарнизон. Я надеюсь, никого не пропустил. Гарнизон в любом случае нам нужен будет. Без гарнизона мы и не туда, и не сюда. Так, я не помню, мы снеговика открывали, нет? Давайте проверим, кто у нас еще остался с таких. А, так. Так, шамана циклопа у нас нету. Шаман циклоп. И ведьма морозница. Поехали. Так, а циклопа мы даже не купили, провтыкали. Я что-то думал, он у меня есть. кг-шек. Ну, можно было бы это и нарулить. Но мы не ищем легких путей. Ну что, половину собрали уже или нет? Да, уже больше, чем половина. Так, окей. Вроде как бы все, с этими разобрались, поехали дальше. Это еще не все, ребятушки. Так, душика мы купили. Тратим дальше. 19к. Паладин. Рыцарь. Суккуб. Друид. Так, Атланта мы купили. Вот так вот. Добиваем. Добиваем, в общем, алтарь. Имбо-героями.
Жестко. Все меньше и меньше остается нам героев. Такс, 55-88. Вот так вот. Рибит, Медуза, Индия. Ну, тут вообще осталось такое. Думаю, скоро мы их получим. До шапки мы еще не дошли. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.